Я не понял. Ну что, спите? Смотри, всего 9 человек. Эй, вы спите? Так, 16. Чего не спите? Мы в аэропорту. 19:20. Отлично. Все окей. С нами все хорошо. Доброй ночи. Мы улетаем. Ой, Ира. Ира, привет. Привет, привет. Да, мы улетаем сейчас в Болгарию. Ничего, что я рассказала? Это чье? Это салат. Мои? Прикольно. Ну, не пожалели. Это мне салатик принесли. А вы спрашиваете, что я ем. Вот она, ребят, диета, посмотрите. Опа. Они даже половинку зажали этого помидора. А вы говорите сладкое. Мне кажется, что связь прекратилась. Да, наверное, связь. Вроде я интернет подключила. Ребят, вы меня слышите, нет? Слышно, вон лайки пошли. А чего вы не пишете ничего? Да, слышите. Не растут руки, что делать. Ну, так точно не есть. Привет из Америки. Поэтому еще не спим. Кто-то, наверное, вот из. Кто из Америки смотрит, тот и не спит. Тебе не мало? Ну, мне сейчас еще, по идее, должны курицу принести. Я надеюсь, принесут хотя бы половину. Народу мало. Спасибо вам большое за сердечки. Кто-то сердечки прям ставит. Что ты скажешь? Из Испании привет. А сколько сейчас в Испании по времени? Насколько там часы отстают или бегут? Час 26 в Испании, да ладно. А, ну да, на один час. Угу. Спасибо. Качаю попу, болит бицепс бедра. Ну, значит, неправильная нагрузка распределена была. Потому что, если все правильно технически делать, то болеть должно именно то, что надо. Я часто, бывает, тренировку строю. У меня может быть тренировка ягодиц, а на следующий день прям сразу бицепс бедра. И при этом я чувствую именно целевые мышечные группы. Зайка, как есть, чтобы... Ой, Тома тут. Прикинь, Тома, ты чего не спишь? Вам же вылетать с утра. А что с руками-то? Что есть, чтобы руки набрать? А вот, сейчас посмотрим, что есть, чтобы руки были. Что есть? Гречку, значит, да? Гречку есть. Тома, почему ты не спишь? Рассказывай. Спасибо, мы открыли Америку, человек. Он теперь гречку будет есть и растить руки. Всегда рада. Он пишет, что он ест гречиху. Ты гречиху ешь, дружище, надо гречку есть. Попробуй, реально работает. Не гречиху, а гречку надо есть. Вон оно в чем секрет здесь. Не спится что-то. Тома волнуется, наверное. Том, не переживай, все у вас нормально будет с билетами. Теперь уже точно. Вот мне принесли этот одинокий салат, и я его не ем, пока мне грудку не несут. Салат. Ну, дома я немножко побольше ем, конечно. Может быть, про питание на отдыхе? Вот я знаю, сейчас бы многие хотели тут оказаться и поговорить про питание на отдыхе. Что делать, чтобы похудеть в бедрах? Кушать правильно. Вот такой салат надо есть, чтобы похудеть в бедрах. Точно похудеть. Так, не могу вычесть. Есть меньше. Почему ночью едите? А кто сказал, что ночью не надо есть?
У нас еще, знаете, сколько впереди часов бодрствования? Мы пока долетим, мы вообще спать как бы не будем, скорее всего. Поэтому едим. Вообще, это миф, что ночью нельзя есть. Если вы бодрствуете всю ночь, надо есть ночью. За 4 часа до сна нужно кушать. Это тоже миф. Про 4 часа тоже кто-то придумал. Можно и за час покушать. Салат пошел в ход. Я не дотерпела до грудки. Я ем, а реки не растут. Представляешь? Ну, правильно. Реки. Луки, совершенно верно. Говорит, 48 сантиметров всего. Что ему делать? Хуя все. 48. Ты обнаглел? А прикинь, это еще и девушка. Да, раздельное питание. Когда к нам в Хабаровск? Андрей уже побывал. Ну, когда кто-то организует мой семинар, я с удовольствием приеду в Хабаровск. Готова даже и в Сахалин, и на Камчатку. Кстати, Миша, который был организатор моего приезда в Хабаровск, он обещал тебя привезти тоже. Да? Да. Марина будет. Мне, кстати, писали же из Хабаровска. А в Питер? В Питер я езжу стабильно каждый год. Обязательно, у меня там есть некие дела. Кстати, много подопечных. Но это самое. В этом году не знаю, наверное, тоже съездим, возможно. Я пропустила, наверное, какие-то вопросы. А вы ждете от меня ответов. Пока тут кушала. Или я ничего не пропустила? Потому что ты не кушала. У тебя салат быстро заканчивается. Да. Подскажите, что делать, чтобы прибавить в росте, Дань? Скажи. Спросить у парня, который пишет рост 190. Вот, да, точно. У него надо спросить однозначно. Это нормально? Рост 190. Еще раз повтори, пожалуйста. Рост 190, вес 96 я увидела. А дальше что было? 2,48. Что 2,48? Рука. А, рука 48. Ну, блин. Не, это не нормально. Чего? Не знаю, что делать. Ты вообще ненормальный. Что с тобой, дружище? Беда, беда, конечно. У меня 48. Шутка. Кстати, я свой бицепс никогда не измеряла. Надо попробовать. Хочу 60 сантиметров. А кто не хочет? У кого 60? Покажи. Покажи этих людей. Ну, кроме Андрея, конечно. Да мне бы 15 сантиметров. Рост 143, а вес 48. Это нормально? 143? Девочка, что ты не спишь? Покажи бицепс. Это наверняка мне адресовано было, а не Синтол советуете? Не дай бог никому. Почему ты еще использовала? Ой, точно. Ну, только если девочки. Спасибо. Так вот. Человек ценит наши советы. Дай бог тебе здоровья. Ты моя грудка. Они принесут точно. А если мало кушаешь, но не худеешь? Ну, если мало шоколад кушать или печеньки, то, конечно, не худеешь. Смотря что мало есть. Так, а почему ты забросил лайф-выпуски? Лайф-выпуски почему забросил, кто-то не может смотреть, как я долго ем этот салат. Я растягиваю, чтобы с грудкой его съесть.
А вам есть не захотелось тоже случайно? Смотрите, какой аппетитный огурчик. Вы можете задавать вопросы, мне кажется, не очень интересно смотреть, как я ем. Пользуйтесь моментом. Мы редко очень выходим в Перископ. Интересно вот смотреть, как я кушаю. Спасибо за ёмкий ответ, Андрей. Спасибо за ёмкий ответ. Витамин С как часто колоть? Маскарому. Маскарому. Год так. Уже прошел. Помнишь, вы на отдыхе были? Так а ты с нами не снимал, это на серии же все было. Слушайте, я придумал. Серия Маскарома будет выходить раз в год. Отличная идея. Когда семинары на Украине и где доча? Где доца? Точнее, будет сказать. Доча прилетит завтра. К нам долетит. Мы ее в багаж дали. А семинар на Украине почему-то... Да самое... Почему-то это самое не доходит. Не доходит. Тебе не кажется, что я... Тормозишь? Да. Да, есть немножко. Есть. Мы просто не спали долго. У нас очень стрессовый день был, насыщенный. Андрюхи, погоди, день рождения. Я сформулирую мысль. Значит, семинары на Украине, значит. Ну, я пока не готова туда ехать, честно говоря. Нет, так там сами организаторы, они не могут организовать. Почему-то да. У нас, кстати, должен был быть срывается, семинар. Срывается. Срывается. Не по нашей вине. 5 семинаров сорвалось. Да. Политика, видимо. Я именно поэтому туда и не очень рвусь сейчас ехать. Ну, из-за обстановки. Как-то хочется в мирное время и в мирную страну ехать. В мирный город. Нужны ли перерывы в приеме витаминов и омеги? И кто самый перспективный спортсмен этой осенью? Я буду в роли журналиста. Любители, профи. Что вас интересует? Тут еще спросили про Лендовера. А что там? Совместная тренировка. А, хорошая идея. Любители бодибилдинга. А кто осенью будет выступать? О, как бороться с варикозом? Это ко мне вопрос конкретный. Давай, жги, жги, малыш. Это я сейчас не остановлюсь, походу. Начну и не остановлюсь никогда. Держите меня семеро. На икрах. Дело в том, что варикоз — это такое заболевание, которое нельзя... Все, спасибо. Витамины и омега-3. Спасибо. Читайте в следующем номере. Такая, знаешь, замануха, да? Да. Варикоз — это такая болезнь, которая в следующей серии. Ребят, смотрите, такая милая картина. Малыши. И батя держит за руку, малыши, чтобы его никто не украл. И мама подошла и говорит, какого? А что жар? Что жаль, что про варикоз не удалось рассказать? Да. Ну давайте, ладно, по варикоз. А, на самом деле варикоз не имеет частей тела. У нас зайка, у вас сколько посадок? У нас 3 вылет. Ну. Посадка у нас уже 1 000 000 лет назад должна была быть. Я правильно время? Так, ребят, давайте пока. Зайка, за 40 минут. В другую сторону, да.